Приветствую вас, Артём. Ну, вы знаете, вот первое, наверное, что хочется вам сказать, это то, что вам скучно и вы не знаете, с чем себя занять, именно по той простой причине, что присутствуют депрессивные элементы. Я специально не говорю депрессия, потому что депрессия – это болезнь, это заболевание, и это достаточно серьезное заболевание, которое необходимо диагностировать вам у врача. А врач при диагностике должен назначить вам психотерапию в том числе. То есть медикаментозную терапию и психотерапию соответственно. Поэтому до тех пор, пока у вас не будет соответствующего заключения, говорить о том, что у вас депрессия, мы не будем. А вместо этого мы будем использовать термин депрессивное состояние, фразу депрессивное состояние, которая отличается от депрессии отсутствием, в общем, длительности и глубины. И есть еще отличия, безусловно, но как бы я не буду сейчас о них говорить. Отличий еще есть, и их много. Значит, смотрите. Вы говорите про куку. Вы говорите про то, что вам скучно, и вы не знаете, чем себя занять. Что представляет из себя скука в целом? Скука в целом представляет из себя не что иное, как подавление своих желаний. То есть, если мне скучно, значит, я не могу находиться один на один со своими эмоциями, один на один не могу находиться со своими переживаниями, один на один не могу работать, значит, условно говоря, со своими фантазиями, вот. Это очень важно этот момент понимать. То есть, если мне скучно, да, если мне скучно, то я не могу увлечься по сути, я не могу увлечься своими фантазиями. Вот. Это очень такой, на мой взгляд, важный момент, вот, потому что, ну, нужно понять, значит, вследствие чего вы не можете принять свои фантазии, вот, что вам мешает это сделать, да? Вот, по какой причине у вас это сделать, например, не получается, вот,
Соответственно, дальше уже можно будет над чем-то работать. Вот. То есть еще раз, чтобы вы понимали правильно. Скука, это отсутствие фантазии, своей фантазии. То есть, если мне скучно, да, если мне скучно, да, вот, то я не могу, значит, погрузиться в свой внутренний мир. Вот. Это очень важно. Вот очень важно, чтобы вы это, ну, чтобы вы этот момент понимали. Хорошо. Вот. Чтобы вы отдавали себе отчет в этом. Дальше. Скука также представляет из себя, как я сказал, подавление твоих желаний, подавление своих чувств, своих эмоций. Вот. И, соответственно, очень нужно вам для себя понять и определить, собственно, почему вы свои чувства подавляете. Вот. Это очень важный момент для вас. Вот, соответственно, так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Значит, я надеюсь, что это было полезным вам. Значит, если понравился мой ответ, то буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Вот. Сейчас вам нужно поработать со своими чувствами. Вот. Со своими эмоциями в большей степени. Вот. Это очень важный аспект ситуации, да, это очень важный момент ситуации, потому что если человек не знает, как, как вот себя вести
Если человек не знает, чем, ну, чем заняться, то это означает, что он, ну, как бы, не прислушивается к себе самому. Вот, а если человек не прислушивается к себе, он не в ладах со своими, ну, со своими чувствами, да, со своими эмоциями. Вот. И, соответственно, ему, конечно, какой-то вот степени тяжело, вот. В какой-то степени человеку тяжело находиться, ну, как бы, в компании самим собой. Понимаете? Какая история. Поэтому это очень, очень важно этот момент поисследовать. Вот. Для вас, опять же, очень важно этот момент преследовать. И разобраться, собственно, в том, с чего вы хотите, в том, что вам нужно для себя. Вот. И так далее. То есть это очень такая вот важная история. Психолог может помочь вам себя разобраться. Если вы позволите это нам. Вот. Ну, другой вопрос, готовы ли вы работать над собой, да? Такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, то буду благодарен вам за его оценку. В качестве лучшего я вам желаю всего самого доброго. Я желаю вам удачи. Я надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена, но не оставляйте, пожалуйста, ну, не оставляйте, пожалуйста, свою ситуацию на самотек, вот, потому что сама по себе она вряд ли разрешится. Вот, на этом все, я желаю вам еще раз всего самого доброго, вот, удачи и всего хорошего.